Сегодня 5 апреля. Сегодня Пасха католическая. И мы приехали опять в Шато де Монтане, где сейчас началось шоссе Озеф. Дети ищут шоколадные яйца в траве. Уэй! Артур наконец-то нашел одно яйцо. Расскажи, что здесь происходит. Пасха. По-французски пака. Собирают дети яйца шоколадные по всей улице. Вокруг замка накидали шоколадных яиц, они их собирают. Здесь дети практически со всех близлежащих городов, городишек маленьких. Артур, покажи. У нас в странах постсоветского пространства принято на Пасху печь Пасху и красить куриные яйца, вареные вкрутую. Здесь же католическая Пасха у них проходит так. Родители прячут шоколадные яйца, и дети должны их искать. Также с утра ходят в церковь, а вечером семейный обед. Это все время овощи и обязательно ягненок. И очень-очень много шоколадных яиц. Начали раскидывать. Артур, вон она идет. Вон туда беги. Беги! Сейчас кто-нибудь улетит в эту речку. Почему так? Начался настоящий дурдом. Теперь шоколадные яйца раскидывают просто так. О! Меня сейчас дети снесут. Шоколадные яйца запрятали на всей территории Шато де Монтане и даже на парковке. Теперь все детишки бегут за ней, как за мамой курицей. Довольно веселое занятие. Интересные традиции. У нас такого нет. Детишкам очень нравится. Бегают, как сумасшедшие. Похвастайся своим уловом. А вот мы все яйца. Поймал 2 яйца. А еще 3-е, которое осталось там. А, вот мое 3-е яйцо. Все 3 яйца я поймал. Молодец. Дети тут носятся невозможно. Я не могу следить за Артуром. Все бегают, все ищут. Сейчас мы посмотрим. Может быть, Артуру удастся померить шлем рыцарский или кольчугу. Было бы здорово.
О, бедная девочка, она, наверное, килограмм 20 весит. 10? Попроси померить тоже. Попроси померить тоже. Как дела? Ну, ты чувствуешь себя рыцарем, тамплиером? Да, еще вот там. Ну не уходи. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Пойдем наверх. Нет, туда пойдем. Вон Рут. Вол. Смотри, тут сколько игр. Боулинг. Это новая игра. О, хочу. Какие игры еще?